12 февраля Каспийский завод «Дагдизель» в области развития дизеля и торпедостроения посетили директор ансамбля «Лезгинка» Джамулат Магомедов, Джамулдин Нажмудинов, Альбек Казанбиев и многие другие. Для гостей провели экскурсию по цехам предприятия. Они встретились с трудовым коллективом завода. В ходе встречи говорили о развитии промышленности в стране и государственных программах, направленных на поддержку отрасли и ее работников. А также подняли проблемные вопросы предприятия и обсудили способы их решения. Приглашенные были удивлены приятной заводской атмосферой и мощностями предприятия. В завершении собрания гости пожелали заводу процветания, а заводчанам успехов и продуктивной деятельности.